история Второй мировой войны не только история великих сражений. Дипломатические битвы нисколько не уступали самым драматичным событиям на фронте. Советские войска переходят в общее наступление на Варшаву. Как и когда родилась идея о санитарном кордоне вокруг России? Кто на самом деле помогал фашистам и делил Европу? Мы отправились на самые знаменитые поля сражений, чтобы детально объяснить, как освобождалась Европа. Впервые, по недавно рассекреченным документам, мы восстановили диалоги вождей во время тайных переговоров в Ялте и Потсдаме. Внуки Сталина, Рузвельта, Черчилля, Гесса и сын Риббентропа... Меня зовут Рудольф фон Риббентроп. До сих пор не дававшие интервью оживят голоса эпохи и объяснят, как тени Второй мировой войны до сих пор определяют мировую политику. О неизвестных страницах самой жестокой схватки человечества наш фильм. Апреля 45 года. Западный берег реки Эльба. Военный фотограф делает снимок двух офицеров: лейтенанта американской армии Уильяма Робертсона и Красной армии Александра Сервашко. На фоне надписи «Восток встречает Запад» они позируют для исторической фотографии, которая вскоре облетит весь мир. В конце апреля 45-го американские войска, которые продвигались с западного направления, и советские части, наступавшие с востока, наконец встретились на Эльбе. Советские офицеры не знали английского, американцы — русского, но языкового барьера тогда, кажется, никто и не заметил. Крепкие рукопожатия, совместные фотографии. Встреча Востока и Запада давала миру надежду. Победители теперь вместе. Зло наказано, и наступит мир, о котором мечтали все. Но даже в этот момент тем, кто делал политику не на линии фронта, а в больших кабинетах, было понятно: тени Второй мировой накроют Европу совсем скоро. Война не закончилась, она всего лишь отложена. Июля 45 года здесь, в местечке Цицилиенхоф под Потсдамом, состоится очередная встреча глав крупнейших держав антигитлеровской коалиции. Третья после Тегерана и Ялты. Десятки фото- и кинорепортеров снимали все до мельчайших подробностей. Стриженные зеленые лужайки и деревья, дворец, усыпанный цветами. А вот и лидеры трех держав в преддверии переговоров собрались на протокольную съемку.
Если приглядеться, несложно заметить, улыбки на лицах дежурные, заготовленные исключительно для прессы. Из Потсдама журналисты и вправду пишут восторженные сообщения. Войне конец, а от нового противостояния мир будет сохранять ООН. Навстречу миру и социальному прогрессу. Главы стран-победителей во Второй мировой подтвердили намерение передать ООН рычаги поддержки послевоенного мира. Больше никаких войн, никаких бессмысленных человеческих жертв. Про вооруженный конфликт можно забыть навсегда. Организация Объединенных Наций будет предотвращать международный конфликт. Ни одна страна больше не сможет навязывать свои условия остальному миру. Оружие пойдет на переплавку. США, Советы и Великобритания продемонстрировали уверенность в том, что только ООН установит мировой порядок. Трех государств выразили уверенность, что теперь в рамках ООН возможно создание прочного, справедливого мира. Идея многополярного мира без явного лидера принадлежала американскому президенту Рузвельту, не дожившему до победы несколько недель. Еще в Тегеране он предложил создать после победы ООН, Организацию Объединенных Наций. Внезапная смерть Франклина Рузвельта в конце Второй мировой перевернула идею о новом миропорядке. Сейчас это трудно представить, но в 1945-м президент США говорил вот это. Все предыдущие войны не решали никаких проблем, они создавали только новые. Заложена сейчас основа будущего мира – это Организация Объединенных Наций. Рузвельта цитирует бывший референт Хрущева и Громыко, советский дипломат, проработавший много лет в ФРГ, Валентин Фаль. Валентин Михайлович согласился рассказать о тайных переговорах союзников и о том, как изменилось настроение американской делегации после смены власти в США. Президентом там становится Гарри Трумэн, который вот так высказывался еще в должности сенатора от штата Миссури спустя всего два дня после начала Великой Отечественной войны. Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны будем помочь русским. Если наоборот, то нужно помогать немцам. Таким образом, мы дадим им возможность убивать друг друга как можно больше. Я слышал много историй, как после смерти Рузвельта было объявлено. У нас новый президент, Гарри Трумэн. Солдаты говорили, кто? Никогда не слышали о нем. 12 лет люди жили с президентом Рузвельтом, поэтому это было естественно. Когда он умер, люди были поражены, что теперь у них новый президент. Некто, о ком они ничего не знали. Его новый политический курс был, скажем так, неожиданным. В нашем фильме согласились принять участие и потомки Франклина Рузвельта. В этой семье до сих пор помнят недоумение, которое испытала страна, узнав имя преемника. Ведь по замыслу их деда президентом страны должен был стать совсем другой человек, бывший вице-президент Генри Уоллес, пацифист и антиимпериалист. Он, как и Франклин Рузвельт, должен был продолжить дружить с русскими. Рузвельт ценил в моем деде как интеллект, так и честность. Мой дед был очень популярным вице-президентом. Но к тому времени появились силы, работающие против него, с целью не дать ему избираться в вице-президенты на выборах в 1944 году. Вторая мировая принесла США колоссальные дивиденды. Страна, пережившая кризис в 30-х, наконец снова разбогатела. Две трети мирового золотого запаса сосредоточены в Северной Америке. На ее же долю приходится три четверти всех инвестиций в мире. Но корпорации требовали новой прибыли и рынков сбыта. Ими должна была стать разоренная войной Европа. Обеспечить рынки должен был Гарри Трумэн.
Труман вас? Труман был просто кандидатом, о котором Рузвельт сказал: для меня это приемлемо. Таким образом, был выдвинут Труман. Он не был другом Рузвельта, не был его политическим союзником. Труман был сенатором штата Миссури от Демократической партии. Самое интересное, что в то время он был главой Сенатского комитета по расследованию коррупции в сфере военного производства, разыскивал людей, наживающихся на войне. За все время войны комиссия Трумана не начала ни одного крупного процесса. И бизнес это оценил, предложив именно Трумана на президентский пост, хотя вице-президент лично виделся со своим начальником всего несколько раз. Я помню их беседу, потому что я был на этом завтраке. Труман был почтителен и больше слушал, чем говорил. После того, как я съел мороженое, дед выпроводил меня из-за стола. Я думаю, именно в то утро Рузвельт познакомил Трумана со всем потенциалом ядерного оружия. И я думаю, дед был вынужден рассказать об этом, нежели сделал это по-дружески. В 1945-м Рузвельт размышлял о возможности передачи Советам ядерных секретов. После его смерти ядерное оружие становится главным козырем американской политики на годы вперед. С этим секретом в Потсдам приезжает новый президент Гарри Труман. Тон на переговорах задают уже американцы. Знаете, генералиссимус, мир теперь может спать спокойно. У нас, у американцев. Теперь есть оружие необычной разрушительной силы. Это прекрасно, товарищ Труман. На встречу руководителей к Сталину подходит американский посол в Москве Гарриман. Раздел Европы, согласно разработанному в Вашингтоне плану, должен был начаться с раздела послевоенной Германии. Факт, о котором до сих пор не говорили, но Сталин был резко против раздела и Германии, и Европы. Потсдам Сталин начал с выступления, что Советский Союз выступает за единую экономически, политически, в социальном смысле Германию. И начались довольно бурные дискуссии на эту тему, потому что Труман, его, точнее, его главный помощник, адмирал Леге, имел в своей папке три варианта или четыре варианта раздела Германии. И наше предложение, чтобы Германия осталась политически единым государством, было отклонено довольно резко. На что американцы и англичане тогда согласились, что Германия остается экономически целым государством. Но вскоре после этого экономического единства тоже не стало, не по нашей инициативе. Когда Соединенные Штаты Америки и Великобритания объединили свои зоны оккупации, и получилось государство Бизония, оно так официально и называлось. После этого появилось государство Тризония, после того, как французская зона оккупации присоединилась к Бизонии. И вот из этой Бизонии и Тризонии потом и была создана Федеративная Республика Германия. Но порядок действий всегда один и тот же. Сначала Запад нарушает договоренности и создает что-то, не согласовывая с нами, после чего Советский Союз реагирует. ФРГ, ГДР. Милитаризация Германии, появление, так сказать, каких-то взглядов на создание армии в Германской Демократической Республике. Эти документы пока не рассекречены британской стороной, но так или иначе считается, что именно Уинстон Черчилль предложил американцам разделить послевоенную Германию на части. Тогда не было авиации дальнего действия. Поэтому планы американцев совершать налеты на Советский Союз, а они уже разрабатывались с конца 1945 года, предусматривали в Европе с территории Германии, по центральной части России, это была сознательная политика не только уничтожения наследия антигитлеровской коалиции, но прямой подготовки агрессии против Советского Союза. Берлин снова становится точкой противостояния режимов – коммунистического и капиталистического, настоящим символом холодной войны. С американской стороны ее идеологом выступает Джон Эдгар Гувер, ярый антикоммунист, возглавлявший во время войны разведку США. Гувер как раз был послан уже после 1945 года, в 1946 году послан в Германию для инспекции. И вот решение, принятое о расколе Германии, это по его докладу.
Он готовил вместе с англичанами, кстати, войну против Советского Союза в конце 20-х годов. Когда должна была начаться, тут сказать мы с вами, наверное, не сможем, поскольку документы американские засекречены. Гувер параноидально боится коммунистов. Они видятся ему везде. Даже дома, опасаясь покушения, он никогда не остается в комнате при открытых окнах, а спит с пистолетом под подушкой. Эдвард Гувер, как директор ФБР, был противоречивым человеком, очень могущественным человеком. Он действительно контролировал Федеральное бюро расследований и построил тот мир, который мы имеем сейчас. Мой дед никогда не комментировал его действия, но это правда. Многие считали его настоящим параноиком. Но именно гуверовский подход определит политику США на годы вперед. Америка и Англия решают начать борьбу с терроризмом в Европе, а именно в Греции. Вашингтон и Лондон борются с коммунистами. Называют эту миссию помощью в устранении террористической угрозы. Вот обращение президента Трумэна к совместному заседанию Конгресса 12 марта 1947 года, где он излагает доктрину Трумэна. И он говорит, само существование греческого государства сегодня подвергается угрозе террористической активности нескольких тысяч вооруженных солдат, возглавляемых коммунистами, которые бросают вызов официальному правительству по многим пунктам, в частности вдоль границ. В настоящий момент мировой истории почти каждая нация должна выбрать между альтернативными путями жизни. Выбор очень большой и несвободный. Я полагаю, что в основном политика Соединенных Штатов направлена на то, чтобы поддерживать свободных людей, которые сопротивляются попыткам подчинения вооруженных групп или давлению извне. Это доктрина Трумэна. За несколько месяцев под предлогом учений США перевооружает отряды греческих монархистов. Сталин не вмешивается. Даже Черчилль признает, Сталин держит обещание о разделе Европы странами-победителями. Сталин никогда не нарушал данное мне слово. Мы договорились о Балканах, и я сказал, что он может забирать Румынию и Болгарию. А он отдаст нам Грецию. Сталин молчит даже когда в Греции начались массовые репрессии против сочувствующих коммунистам. Он верит, если Советский Союз будет держать слово, так же поступят и бывшие союзники. Чтобы убедить его в этом, в конце 45-го в Москву летит американский госсекретарь Джеймс Фрэнсис Бирнс. Бирнс в декабре 45-го года после встречи со Сталиным в Москве выступил по американскому радио с новогодним приветствием. Сказал, после моих бесед в Москве я больше, чем уверен, верю в возможность справедливого по американским понятиям мира. Его 6 или 5 января вызывает к себе Трумэн и говорит, забудьте все, что вы говорили, это бред. Нам никакой компромиссный мир с Советским Союзом не нужен, нам нужен мир, который на 85% отвечает американским требованиям. Вот считайте это начало или уже выход на простор холодной войны. Спустя всего год после Потсдамской конференции и декларации главенствующей роли ООН, Соединенные Штаты решили, что их тяготят договоренности, достигнутые между бывшими союзниками. Спустя меньше чем две недели после Потсдамской конференции Америка становится первым и единственным государством, применившим атомное оружие. Гибнут около 200 тысяч мирных жителей Японии. Но для руководства США это удар не по Японии, а по СССР. В 1946 году в Соединенных Штатах было принято решение, какую бы политику ни проводило советское правительство, само существование СССР несовместимо с американской безопасностью. После американской атомной бомбы Черчилль окружает страну Советов железным занавесом, произнеся свою знаменитую речь в Фултоне. Вспоминает его внучка Селия Черчилль. Откуда пошло название речи «Железный занавес»? Потому что президент Трумэн спросил Черчилля.
Мой дед собирался в Америку провести 2-3 недели в Майами за написанием мемуаров. Президент Трумэн написал ему и спросил, может ли он приехать и выступить с речью в Вестминстерском колледже в Фултоне. Мой дед никогда не слышал о Вестминстерском колледже в Фултоне. И я думаю, никто о нем не знал тогда, а сейчас о нем знают все. Потому что там была произнесена речь моего деда, с которой ему очень хотелось выступить. Выступление Черчилля в Фултоне. От Шетцена на Балтике до Триеста на Адриатике на весь континент опустился железный занавес. Коммунистические партии или пятые колонны представляют все большую опасность для христианской цивилизации. Я не верю, что Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрины. Это была речь о железном занавесе, с которой ему очень хотелось выступить. Она была принята не очень хорошо, потому что Уинстон Черчилль снова рассказывал им то, что им не хотелось слышать, и, по их мнению, только мутил воду. Но очень скоро его репутация была спасена, и все пришли к его точке зрения и осознали, что он, как обычно, говорил правду. Сталин молчал несколько дней, и вот его ответ на предложение изолировать Советский Союз и начать с ним тихую войну. Читает его правнук Яков. Из интервью Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне 1946 года. Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теорией, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Кроме успеха и нового взлета политической карьеры самого Черчилля, визит в Америку приносит дивиденды и Британской империи. В том же 46-м Вашингтон выделяет Лондону кредит 4 миллиарда долларов сроком на 50 лет. Просто немыслимые деньги на тот период. Вот что говорил мой дед. Единственный способ победить мировой коммунизм – быстрее и лучше достичь максимального производства и распределения благ. И пусть это будет честная, но прежде всего мирная гонка во имя человечества. Но за подобную позицию Генри Уоллеса стали подозревать в сотрудничестве с СССР. Директор ФБР Гувер был уверен, бывший премьер завербован коммунистами из Москвы. Гувер параноидально боится коммунистов. Они видятся ему везде, даже дома. Опасаясь покушения, он никогда не остается в комнате при открытых окнах, а спит с пистолетом под подушкой. Единственный политик, который пытался этому противостоять, бывший вице-президент США Генри Уоллес. Американский политик из последних сил пытался объяснить, к чему приведет это бессмысленное противостояние СССР и США. Я наизусть помню эти слова моего деда. Чем жестче становимся мы, тем жестче становятся русские. Но мы сможем начать сотрудничество, как только Россия поймет, что наша главная цель – не спасение Британской империи, не покупка ближневосточной нефти ценой жизни американских солдат. В ходе дружественного мирного заседания русские и американские народы постепенно станут более схожими. За открытую позицию несогласия с официальным курсом Вашингтона он в итоге и поплатился. Уоллеса обвинили чуть ли не в антиамериканской деятельности. Многие тогда были уверены, СССР вот-вот нападет на США. Тогда у многих был необъяснимый страх перед коммунизмом. Гувер был человеком, который раздувал этот страх. Было очень много избирателей, которые верили в то, что красная чума – это действительно болезнь. И это дало власть. Если это твои избиратели, то можно контролировать и отчасти манипулировать политиками-демократами. Страх Гувера перед коммунизмом возник не на пустом месте. Благодаря победе СССР над Германией в Европе начали симпатизировать политике Москвы. Социальное равенство стало для многих привлекательной идеей. Это и освобождение Европы от фашизма, это освобождение узников концлагерей. Это диаметрально противоположная идеология нацизму.
Это в Соединенных Штатах Америки ездят автобусы для черных и для белых. Существует расовая сегрегация. Конечно, все это привело к тому, что люди относились с огромным уважением к Советскому Союзу. И это уважение из морального уже приобретало фактор геополитический. Появлялись коммунистические партии, они усиливались. Советский Союз мог оказывать влияние уже на внутриполитические события в других государствах. В течение полугода метафора «железный занавес» стала реальностью. Европу рассекли тысячи километров колючей проволоки. Началось открытое противостояние двух систем – коммунистической и капиталистической. Причем, если в восточной части Германии советская администрация продолжала демонтировать немецкие заводы и вывозить их в СССР, то в западной части началось экстренное восстановление экономики. План противодействия реализует еще один подчиненный Гувера, участник переговоров с нацистами в 1945-м, Джордж Маршалл, бывший военный, на тот момент госсекретарь США. Он предлагает пострадавшей от войны экономике Европы льготные кредиты. Как нам сегодня известно, самые богатые 85 человек мира имеют больше капитала, чем самые бедные 3,5 миллиарда. Это сумасшествие. Так как это пропасть между богатыми и бедными, это продукт того, о чем говорит Кеннон здесь. Того, какой будет стратегия США для холодной войны. Это поддерживает капиталистическую систему за счет благополучия людей во всем мире. И таким образом у нас есть люди, которые безмерно богаты, и большинство людей, которые невероятно бедны. По плану Джорджа Маршалла кредиты выдавались пережившим войну странам лишь при одном условии – никаких коммунистов в правительстве. Новая на тот момент политика была опробована в послевоенной Италии. Италия 46-го. В коммунистическую партию страны вступают 1 700 000 человек. В стране грядут выборы, и многие политики уже готовятся закрашивать регион красным цветом. Но благодаря плану Маршалла ситуация кардинально меняется. Коммунисты с треском проваливают выборы. В течение полугода железный занавес перестал быть просто метафорой. Европу рассекли километры колючей проволоки. По инициативе США Германию разделяют на два государства. Начинается открытое противостояние двух систем. 1948 год. Вашингтон бросает очередной вызов Москве. В Западной Германии, вопреки всем договоренностям, происходит финансовая реформа. Старые банкноты обменивают по невыгодному курсу. Западные берлинцы хлынули на восток, где все необходимое можно было купить за полцены. В Восточную Германию текут потоки старых рейхсмарок. В магазинах выстраивались огромные очереди, с прилавков сметалось буквально все. У себя в ГДР мы в магазине на кассе должны были показывать паспорт. Это была вынужденная мера. Магазины пустили на глазах, так как западногерманское население у нас закупалось дешевле, чем у себя. Советская зона оккупации оказывается буквально заваленной деньгами, сметаются все, что можно только купить. Что остается Советскому Союзу? Советскому Союзу остается закрыть свою зону для поступления, для свободных поездок туда, потому что все везут туда деньги. Что остается Советскому Союзу? Он прекращает, так сказать, сообщение с Западным Берлином. В ночь на 24 июня 1948 года советские войска перекрыли сухопутные и водные пути, которые вели в западную часть немецкой столицы, отключили электропитание. Западный Берлин оказывается в блокаде. Было перекрыто все. Вообще все. В Западный Берлин не могли попасть машины и поезда. В этот момент впервые стало понятно, в одной Германии два разных мира, и западная часть оказалась в осаде. Американцы были не готовы к тому, что Москва так жестко ответит. Однако на военный конфликт Трумэн не решился. Джон, красные ждут нашего ответа.
Что думаешь? Думаешь, силовая операция? Не уверен. Еще одна война в Европе? Русские скопили там половину своей военной мощи. Наших там и 6 тысяч не будет. А у Сталина целых 18 тысяч головорезов. Русские так весь Западный Берлин под себя подомнут. Над нами будут смеяться. Но воздух же они нам не закрыли. Через 2 дня после начала блокады в аэропорту Темпельхоф приземлился первый американский самолет. На его борту 8 тонн гуманитарной помощи от Вашингтона. Блокада продолжалась 11 месяцев. Москва до последнего пыталась не допустить раздела страны. Но Запад старательно игнорировал позицию Советского Союза. 21 сентября была создана Федеративная Республика Германии. Во главе новой страны оказывается Конрад Аденауэр. Вот как немцы вспоминают события тех дней. Жизнь стала меняться просто стремительно. Многие жители восточной части города работали в Западном Берлине. Они жили у нас, платили меньше за жилье. Оно никогда дорогим и не было. Могли посещать театры, все остальное. Закупались дешевле, но зарабатывали западные деньги. И могли тогда в магазинах делать покупки. То есть дела у них шли лучше, чем у нас. Москва отвечала симметрично. 7 октября 1949 года создана Германская Демократическая Республика. Ее возглавили коммунисты Вильгельм Пик и Отто Грювель. Вскоре появилась и своя валюта. Европа была окончательно разделена. 2 противоположных общественных строя уживались в пределах одного города. При этом каждый берлинец мог беспрепятственно попасть из социализма в капитализм, просто перейдя улицу. Ежедневно эту невидимую границу в обе стороны пересекали до 500 000 человек. Чтобы вы понимали, что происходило, у нас же отсутствовало центральное отопление. У нас было печное отопление. И нам каждую субботу поставляли брикеты угля и дерева, без перебоев. И потом вдруг ничего. Я пошел на предприятие, и оказалось, что там просто некому работать. Весь завод был там, в западной части. Мне предложили взять тележку и везти уголь домой самому. Немцы, которые приезжали из Восточного Берлина, видели совершенно иную картинку. От того, что уже стало привычно им там, в восточной части. Здесь была иллюминация, работали до утра пивные рестораны. А днем разницу можно было увидеть в магазинах, где можно было свободно купить разные фрукты, чего по ту сторону границы было достать довольно сложно. Из Восточной Германии начинается массовый исход. Люди искали лучшей жизни. Летом 61-го принято решение границу закрыть. До возведения Берлинской стены остаются считанные дни. 12 августа вечером нас привели в состояние готовности. Командиры уехали, потом снова вернулись в полночь. У них с собой была куча документов, с которыми они нас ознакомили и дали нам задание до 6 часов утра возвести границу. Полицейский Хейнц Шефер даже спустя годы, кажется, помнит все полученные в ту ночь указания. Главное на тот момент для нас было поставить своего рода фильтр. Западных берлинцев, находившихся в ГДР, выпустить, но новых не впускать. И наоборот, восточных берлинцев пустить и уже не выпускать в Западный Берлин. 13-го, это было воскресенье, рано утром в 6 часов, в новостях сообщили, что граница между Восточным и Западным Берлином создана и охраняется. И в течение дня и позже была проложена колючая проволока вдоль границы, и потом позже, месяц или 2 спустя, была построена первая стена. Берлинская стена – один из самых ярких символов холодной войны. 155 километров практически неприступных заграждений. Согласно документам, ее строительство инициировали власти ГДР. Именно поэтому многие до сих пор уверены в том,
что и раздел Германии после Второй мировой войны был проведен под давлением СССР. Но вернемся к фактам. В августе 1961 года стоял вопрос, вынудят ли американцы советские войска перейти границу или перейдут ее сами. Появление Берлинской стены было единственной на тот момент возможностью спасти мир и не начать Третью мировую. Передо мной, говорит Хрущев, лист, перехват приказа Кеннеди о снесении заграждений. Я в ответ даю приказ Коневу назначить главнокомандующей нашей группы войск Германии, а Б. Выдвинуть наши танки на дистанцию прямой наводки. И в случае, если бульдозеры американские начнут двигаться и сносить эту проволоку, стрелять на поражение. 80 метров нас отделяло от Третьей мировой войны. Артиллерийские орудия СССР и США были нацелены друг на друга больше суток. Ревели моторы. Танкисты по обе стороны баррикад готовились к атаке. Но тогда у руководителей стран противников хватило мудрости договориться. Значит, по линии наших спецслужб до Кеннеди было доведено, вот что вас ждет, если. Кеннеди прислал следующее по этому же спецканалу, что подождите, мы подумаем. Потом пришло предложение, вы отведите танки на 100 метров, мы отведем бульдозеры на 100 метров, и тогда и разойдемся, и разошлись. Вот если бы у кого-то нервы сдали, кто сидел в танках, или кто управлял американскими бульдозерами, вы себе представить, что было бы сейчас от Европы. Чтобы ни танки, ни бульдозеры отныне не могли пересечь границу, была возведена бетонная конструкция, которая рассекла Берлин. Были четкие правила. Во-первых, никому, конечно, нельзя было пересекать границу. Если же кто-то проникал туда, нужно было стрелять. Но не куда угодно, а в нижнюю часть туловища, то есть по ногам, чтобы тот не мог бежать. Были, конечно, граждане, которых застрелили, но это все же было исключением, а не правилом. Я был тогда в полку в штабе в Румельсбурге и получил звонок о том, что кого-то подстрелили. И тогда я приказал командиру взвода этого человека взять и привезти оттуда. Его забрали и привезли сюда, в лазарет, в Берлине, госпиталь народной полиции. И тогда он еще был живой. Он в больнице умер. А нас тут же начали обвинять, что мы ему не помогли и позволили ему 15 минут у стены истекать кровью. Я родилась уже после войны. Сколько себя помню, для меня было две Германии. Родители пытались мне объяснить, что происходит, но осознание, конечно же, пришло позже, когда политика исковеркала мою жизнь. Татьяна Штернберг вместе с родителями жила в Восточном Берлине. Здесь же, на Александерплац, она встретила свою любовь. Это был очень красивый молодой человек. Он предложил выпить с ним один бокал вина. Мы говорили про политику и жизнь в ГДР. Так возникла связь между нами, и мы влюбились. Радость этой встречи омрачала одно. Молодой человек был из западной части Берлина. Границу он переходил через чекпоинт Чарли и в 12 ночи должен был вернуться обратно. Таковы были правила. Это, конечно, мешало нашей жизни, но мы все равно строили планы на будущее. Сначала мы думали, чтобы возлюбленный переехал ко мне, но он в какой-то момент сказал, что это для него небезопасно. Мы знали, что у Бранденбургских ворот, так сказать, теряешь свободный мир и входишь в другой, хотя оба находятся в одном городе. Это запечатлелось в моем сознании и угнетает до сих пор. Татьяна решила перебраться в западную часть города, что в итоге обернулось настоящим кошмаром. Я написала заявку в Штази. Вскоре мне назначили собеседование. Чиновник мне долго объяснял, что я не знаю законов ГДР, и в итоге отказал.
Но это было лишь началом кошмара. О нашей беседе тут же доложили в Штази. Начиная с этого дня, за нами следили днем и ночью. 12 агентов Штази следили за тем, как мой молодой человек пересекает границу через чекпоинт Чарли. За мной следили на рабочем месте. Вскоре Татьяну и ее молодого человека арестовывают. После десятка допросов с пристрастием их дело насчитывает 4000 страниц. Главные статьи обвинения у нее – попытка бегства на Запад, у него – организация побега. Слушания проходили в суде на Литтенштрассе, здесь, в Берлине. Моего жениха приговорили к 6 годам тюрьмы, а меня – к 4,5 годам. Но их судьбы вовсе не интересовали тех, кто делил тогда мир. Холодная война набирала обороты. В сторону нового света неожиданно для Москвы разворачивается и Белград. Коммунистическая Югославия вдруг согласилась на американскую экономическую помощь. Брос Тито решился вести независимую от Кремля политику. Ему хотелось быть таким же неполноправным, а может быть даже еще более серьезным игроком. Но для этого необходимо было поставить барьер между Советским Союзом и Югославией, а позиционировать как-то себя в отношении, скажем так, советского режима. Если бы он приобретал такое влияние, он мог бы шантажировать Запад Советским Союзом и шантажировать Советский Союз Западом, тем самым оставаясь неуязвимым. Но его быстро поставили на место. Сталин, не задумываясь, исключает Югославию из Коминформа, международной коммунистической организации, созданной в ответ на план Маршалла, а самого Тито объявляет диктатором. Республика стала еще одним должником США, что в итоге и привело к распаду страны. Попытка оказаться на двух стульях привела к тому, что с одной стороны, она получала эти дивиденды, а с другой стороны, во многом закладывался мина замедленного действия, когда возникла кризисная ситуация в Югославии, когда необходимо было выбирать. Выбора, по сути дела, у нее не было. Здесь предали, и здесь не помогли. Югославия рассыпалась как единая федерация. До смерти Тита, как мне представляется, США диссидентов в Югославии поддерживали не очень сильно. Где-то с начала 80-х они начинают напрямую поддерживать хорватских, боснийско-мусульманских диссидентов, сепаратистов, Франя Туджмана, будущего первого президента отделившейся независимой Хорватии. В принципе, можно говорить о том, что где-то с начала 80-х США берет курс на раскол разделения Югославии. Это были подполье, которое перешло на сторону американцев, обслуживало американские задачи. Это бандеровцы, заместитель Бандеры был одним из советников в Англии. Другие бандеровцы были в специальных школах готовили террористические группы для засылки в Советский Союз. Соединенные Штаты через управление стратегических служб и ЦРУ организуют профашистские силы в поствоенный период. Силы вокруг Бандеры. Главная цель США посредством ЦРУ – столкнуть людей внутри Украины и накалить ситуацию внутри страны. США исходят из принципа финансировать всех, кто против русских, вплоть до фашистов. В 56-м советские танки входят в Венгрию. Американские журналисты делают вывод. Так выглядит геополитический ответ из России. Газета «Нью-Йорк Таймс» по поводу установления коммунистического строя в Венгрии. Переворотом в Венгрии русские ответили на наши действия в Греции и Турции. К началу 60-х США наращивают колоссальный запас ядерных ракет. Это порядка 6000 боеголовок. Для сравнения, в Советском Союзе их было в 50 раз меньше. В ответ на размещение ядерного оружия в Германии в Москве решают,
Нужно разместить ракеты максимально близко к Соединенным Штатам. Летом 1962 года США и СССР вновь оказались в шаге от войны. США размещают свои ядерные ракеты в Турции, СССР в ответ везет свои ракеты на Кубу. Грузились воинские подразделения, грузились ракеты ближнего и среднего радиуса действия, которые, будучи установлены на Кубе, доставали и до Вашингтона, и до Миссисипи, и чуть ли не до канадской границы. И, по сути дела, вся Америка оказывалась в радиусе поражения наших ядерных ракет. Лишь спустя полтора месяца, 15 октября 1962 года, аналитики ЦРУ поняли, на Кубе размещены советские баллистические ракеты средней дальности. Когда уже, по сути дела, они были в боевом, на боевом дежурстве, они их только заметили и, кстати сказать, даже и не знали, что они оснащены действительно ядерными боеголовками. Из выступления Кеннеди в Конгрессе. На прошлой неделе было неопровержимо доказано, что ряд наступательных ракетных комплексов находится на этом превращенном в тюрьму острове. Цель их развертывания – ядерный шантаж с западного полушария. Мои сограждане, никто не сможет с точностью предугадать, какие шаги придется сделать и на какие жертвы пойти, чтобы ликвидировать этот кризис. 27 октября 1962 года прежний мир мог прекратить свое существование. Он был в шаге от ядерной войны. Мир спасло лишь чудо и множество секретных переговоров. В обмен на гарантии ненападения на Кубу Советский Союз вывел свои ядерные ракеты с острова Свободы. Американцы в очередной раз не сдержали слова. Но не только остров Свободы привлекал Вашингтон. Крупнейшие послевоенные конфликты с подачи США развернулись в Корее и Вьетнаме. Поле битвы великих держав – Азия, Ближний Восток и Африка. Организация Объединенных Наций с каждой такой войной становилась все менее влиятельной. Казалось, эта война на изнеможение не кончится никогда. Кеннеди дал ряд обещаний, касавшихся Кубы. Абсолютно потом американцы преданы забвению, что никаких новых покушений на Кубу не будет. На самом деле, буквально через неделю после возвращения домой, он подписал директиву о подготовке полномасштабного удара по Кубе. Уже не руками наемников, а регулярными частями Соединенных Штатов. Совсем недавно казалось, что эта вечная смертельная гонка все же закончилась. В конце 80-х руководитель СССР Михаил Горбачев согласился в одностороннем порядке вывести советские войска из Европы. Стена пала. Спустя 5 лет, взамен на обещание не расширять НАТО к границам России, в августе 1994 года с территории Германии будут выведены последние российские военные подразделения, а американцы, наоборот, увеличат свое военное присутствие, разместив войска в странах бывшей Восточной Европы. И, кстати, очень важно, американцы всегда говорили, необходимо находиться в Берлине. Кто будет в центре, тот владеет и всей Германией. А кто владеет Германией, тот владеет Европой. Май 45-го. Встреча Востока и Запада. Русские обнимают американцев. Идея Рузвельта о многополярном мире без параноидального страха и охоты на ведьм еще популярна. В Америке есть политики, способные воплотить эти идеи в жизнь. Мир всегда надеется на лучшее.